Первая фаза строительства контейнерного порта «Петлим» уже завершена. Объект готов к эксплуатации. Построены участки для приема и хранения контейнеров. Строительная работа в рамках второй фазы завершатся до конца 2016 года. Управлением терминала в течение последующих 28 лет займется нидерландская компания APM. В рамках второй фазы ведется строительство 350-метрового причала и продолжаются работы по углублению. Общая протяженность причала составит 736 метров. Ожидается, что порт приступит к приему судов в рамках коммерческой деятельности в конце сентября, начале октября 2016 года. Ввод «Петлим» на полную мощность планируется осуществлять поэтапно. Уже к 2018-2019 году порт будет способен принимать до 500-600 тысяч контейнеров в год. К 2020 году он выйдет на максимальную мощность – 1,5 миллиона контейнеров. Порт «Петлим» станет самым крупным в Эгейском море и третьим по величине портом Турции. К строительству объекта приступили в 2010 году. 70% акций «Петлим» принадлежит государственной нефтяной компании Азербайджана «Сокар», 30% – американскому банку «Голдман Сакс». Илькин Шафиев, Саадет Мамедова, Эльман Набиев, CBC.